In the last two weeks, the last two weeks, максимум 1 kilo per day. Pure N, pure nitrogen, 1 kilo per day per hectare. It means that 1 kilo nitrogen, half a kilo of P and 4 kilos of K. It is the best. Смотрите, конкретно к вашей формуле того препарата, что вы сказали. Если мы говорим о периоде, там, условно говоря, 2 недели до уборки, да, нормы нужно рассчитывать исходя из таких цифр. То есть 1 килограмм чистого азота, 0,5 килограмма фосфора, так как это 5, да, и 4 килограмма калия. То есть вы, ну, там, рассчитываете, сколько там это получится уже в физической массе. Но чистого азота должно быть не больше 1 килограмма, если такую формулу применять. И вообще, Джордж говорит, что, в принципе, очень хорошая комбинация. Вот это соотношение. Дима, спросите, пожалуйста, кальций и арбуз. Это вообще совместимые вещи? Помидоры, это обязательно. Кальциум, он вот этот. Вообще не применяют его. Honestly, we don't use any calcium because calcium must be in the soil. But in sandy soil, there is a need to add a little bit. But just in sandy, not in the in heavy or in semi. Честно говоря, кальций они не применяют вообще, потому что он должен быть в почве. Но в случае, если мы говорим о песках, то там допустимы небольшие нормы применения кальция. Но не обязательно. Скажите еще одно. Вот уборочная началась, если только песок. Да, они прыскают тенью, фунгицидами. То есть ботву обрабатывают. Имеется в виду, если мы делаем там несколько выборок. У меня выборка пошла уже дыни, а я смотрю, что ботва заболела. Сколько выборок вы делаете? Конечно. Ну, за сезон. У них очень много. 3, 5, 7, 10. 15, 20 выборов. Джош, the question. I told you already that we harvest the melon not per one time, not 2-3. The melon. Of course. 5, 10, 15 times. And the main question, after one of the picking, the farmer says that he can see that the vegetation mass it comes to. Can he apply the fungicides to strongest? Just for powdery and downy mildew. But it is possible. It is possible, of course it's possible. And yes. You do it in Israel as of well? How many days before the next picking? You have to apply against powdery mildew and downy mildew until the end of the season. Because you need fresh leaves. And healthy leaves. If not, you will not get the taste. And do you have any restrictions about today you apply the fungicide and then you pick the melon 2-3 and the next day? It is not pesticide. Если мы говорим о фунгицидах, обработки даже не то, что можно, обязательно. Сколько бы мы ни делали выборок, нам нужно поддерживать до самого конца по максимуму здоровую вегетационную массу. Если мы это потеряем зеленую массу, мы потеряем вкус дыни. Nobody То есть переноспороз и мучка – это два заболевания, против которых обработки продолжаются до конца сезона. А можно вот прорвать дыню, да, а потом дать азота, чтобы пошла опять ботва? Ну, после 20-й выборки. The question is, if, for example, we harvested 15 or 20 times, and we picked out all of the melons, can we remove everything, all the melons, and give some norms of nitrogen to initiate new No. А у нас получается и янтарь. Two seasons. Ну, у меня сейчас уже 19 выборок, сейчас я азота ей дал, и янтарки, и что подсолнечник. Так она уже цветет? Да, уже и бжолы гудут. You said that made a 20 times harvested, gave nitrogen and then returns back. А потом джекпотом я отрабатывал. Enteric acid and now vegetative. Do you know what we are doing?
we are applying in the end, of the season, the metal bromide, what we called yesterday, metam sodium in order to kill the fusarium in the roots, and then we are picking them. Pick out the plants or fruits? Yes, the plants, after we finish, there is no more fruits, we are applying metam sodium, and then we are picking the animals don't have to enter inside. Animals? Of course. Which animals, there is many, they are coming to feed their animals in the fields. Ну что они делают? Конечно, такого не применяют, но в конце сезона они могут применить один из способов, чтобы в дальнейшем минимизировать эффект фузариоза. То есть они могут поработать против фузариоза. Когда мы убрали все плоды, вносят в почву, я, к сожалению, точно не знаю перевод этого вещества, он называется метан-содиум, то есть это... Ну понятно, они лечат почву, да? Да, я формулу посмотрю, может быть, ну, кому интересно, скажу. Но это то, что они вносят в конце сезона, чтобы минимизировать фузариоз в последующем. И последний вопрос. Нева у них сколько, какой период убирается? Еще раз. Нева, какой период убирается? Месяц, неделю? Which period do you harvest Neva? The melon? Neva. Нева. Забирайте, а вы забираете Неву. Нева. Еще вопросы? У нас с июня до середины сентября. Спасибо. Ребята, я предлагаю сделать небольшой перерыв, там 5-10 минут, там водички возьмите, может что-то слышать. Ну, секундочку. Для начала я хотел бы начать с бессемянных арбузов. Вы все видели презентацию, выкладку наших продуктов перед тентом. К сожалению, сейчас вот буквально одна неделя, мы не дождались, пока дозреют они полностью. Вы видите, они немножко розоватые. На самом деле окрас мякоти, он намного ярче и очень красный, ну, насыщенно красного цвета. Вот. Я ж, за что и говорю, к сожалению, вы не увидели всех преимуществ в данный момент. Вот. Хотелось бы начать с Sunday Special. Это арбуз с вегетационным периодом приблизительно 70 дней. Это бессемянный арбуз, один из крупноплодных, может свободно достигать веса 80 кг. В принципе, в чем особенность бессемянного арбуза, кроме того, что он не имеет в себе косточек, да? То есть, если там и есть кожица, то она, ну, это не полноценная косточка. Вот, чтобы не путали, потому что иногда супермаркеты, когда фермера выращивают бессемянные арбузы и привозят продукцию на реализацию в супермаркет, там менеджеры они не всегда хорошо понимают, что собой является бессемянный арбуз. И, допустим, разрезают, и там вот эта кожица, там не полноценная косточка, не говорят, допустим, там косточка. На самом деле это всего лишь кожура. Вот. То, что касается густоты выращивания, так как это крупноплодный арбуз, то мы рекомендуем садить 3-4 тысячи на гектар, ну до 5 тысяч, да? То есть имеется в виду 3-4 тысячи бессемянника и опылителя 1000, там, ну каждый пятый арбуз, то есть около 1000 растений семенного арбуза. В чем особенность Sunday? Он является крупноплодным, кожура у него типа Sugar Baby, то есть, ну, темный окрас. Вот. И мякоть у него ярко-алого цвета. То есть, когда вы сможете увидеть, допустим, полностью созревший арбуз, вы сможете в этом убедиться. Следующий арбуз — это Ortal. Я так понимаю, вам не очень видно его. Это арбуз типа Tiger, то есть у него линии светло-зеленого цвета. Вес в среднем 5-7 кг.
То есть для арбуза он считается как бы медью. То есть среднеплодный арбуз, как для бессемятников. Мы рекомендуем густоту для подобных арбузов 6-8 тысяч на гектар. То есть это подразумевает, что около, дополнительно около 2 тысяч семян или растений опылителя. Ну, растения очень...